Здравствуйте! Сегодня 3 ноября 2020 год. Смотрите, что я сейчас увидела. Это куст жимолости. Он весь начал распускаться. Я обнаружила, что валяются яблоки еще. Пошла собирать, иду обратно с яблоками и смотрю. Вот весь куст распустился. Я теперь не знаю, ну, наверное, на следующий год уже ничего не будет, да? Кто знает, подскажите, пожалуйста. Ну, либо это ничего страшного, либо, ну, будем уже без ягод. Ну, вот так вот, потому что тепло. Сегодня передавали 10 градусов, но на самом деле пока меньше. И типа солнышко. Ну вот солнышко, вот, пятно какое-то белое. Солнышко не видим. Вот смотрите, яблоки еще валяются. Мелкие, правда, но тем не менее есть после заморозков. Ну, сейчас последние дни теплые ночи. Заморозков нет. Вот еще. Вроде прошла, пропустила. А я сейчас посадила мелкий лук. И остался кусочек земли, посеяла морковь. Может быть, будет на следующий год. Вот яблок еще насобирала сколько. Посмотрите, где-то цветы. Забыла, как они называются. Но они такие, как колокольчики большие, вырастают. Еще один куст цветов. Вот он. Но это он остался. Смотрите, тут почки. У дерева, у кленчика. Да. А говорят, еще и декабрь будет теплый. Но если декабрь будет теплый, то, наверное, жимолость мы в декабре поедим. Ой, шучу, конечно, но как-то странно. Ну вот.